Итак, друзья, давайте с вами запишем арабские цифры. И начнем мы, пожалуй, с нуля. Я специально написала, подчертила строчки, чтобы было понятно, как будут располагаться цифры относительно строки. И первая цифра — это 0. Смотрите, это просто такая точечка, да? 0 по-арабски — сефр. Сефр. Но опять повторюсь, что 0 изобрели индусы, хотя арабы считают, что это сделали они. Дальше, следующая цифра. Вехет. Единичка. Это просто вот такая палочка. Когда мы с вами изучали арабский алфавит, мы с вами сказали, что арабские цифры соответствуют арабским буквам. Да? Арабские буквы соответствуют арабским цифрам. И алиф у нас как раз был единицей. Вехет. Единица. Следующая цифра. Два. Эфнен. Давайте запишем. Посмотрите, как она будет писаться. Вот так вот. Эснен. Три. Селеса. Посмотрите. Три таких вот волны. Здесь две, а здесь три. Сеф. Уэхет. Эснен. Селеса. Следующая цифра четыре. Арба. Посмотрите. Это как перевернутое «е» русское, да? Хамса, хамса. Посмотрите, как будет записываться кам. Хамса. Это такая вот капелька хамса. Сетта. Посмотрите. Сетта запишется вот так. Фактически это тоже, что и два, только перевернутое, да, зеркально. Саба. Саба. Такая вот галочка. Саба. Самания. Перевернутая галочка. Получился вигвам. Теса. Это 9. Ну, 9 пишется аналогично общепринятой девятке, только вот имеет такое окончание. И, внимание, ашра. Ашра. Вот таким вот образом. Да, это не сердечко, это точечка на самом деле. То есть обратите внимание еще, как это будет читаться. То есть вот мы шли с вами справа налево, да, как в основном идет арабская мысль, она идет справа налево. А тут вдруг резко она поменяла направление. Вот это одно из доказательств того, что все-таки мы пишем с вами индийскими цифрами. Потому что, естественно, все арабское письмо идет справа налево, а тут вдруг слева направо. Давайте еще раз прочитаем. Сефр, вехет, эснен, селета, арба, хамса, сетта, сетта, саба, тамания, теса, ашра. Причем в египетском диалекте, так как они не любят межзубные звуки, да, селеса, они так говорить не будут, они скажут сеф или зиру, они говорят на самом деле, но так говорит весь арабский мир, то есть не только египтяне. А египтянин прочитает следующим образом. Сефр, вехет, этнин, этнин. Сефр, вехет, этнин, телета, арба, хамса, сетта, саба, тамания, теса, ашра. Вот таким вот образом. То есть они просто уберут все межзубные звуки, которые существуют, и получится таким образом. Итак, друзья, я очень рада, что мы с вами сегодня освоили счет и письмо от 1 до 10. Я надеюсь, вам пригодится информация, которую вы сегодня получили. Всегда ваша, Ксения Мэри. Массалема. Итак, давайте еще раз прочитаем. Уэхет, эснен, селета, арба,
хамса, сетта, саба, саманья, теса, ашра.